Посмотрите, что делает. Блин, закопался. Поламався на трасі, зупинив машину, кажу, дядьку, потягнути тут кілометрів 10 мені до мого села. Каже, добре, чіпляйся. Я вчепився на свою голову в 10 ранку, зараз вже начало 3-го. Він все время мене тягне кудись, я йому моргаю, він думає, що я хочу обгнати ще більше. То 110, то 120, то 140. Позвоніть до нього, якщо хтось його знає. Скажіть, що я його не доганяю. Я наштуркув його взаді без тормозов. Оу! Чоловіче! Друзі, ще не все. Ці маньяки поїхали по танково їхати. Так что рано я попрощался. Вот эти маньяки вдалеке. Быстро дубасят. Я не могу быстро ехать, забрасывает грязью ноги, руки в открытые окна. Такие нормальные маньяки. Решили дубасить до конца по танковой, полностью всю траекторию, все три участка. Ну, на первый уже будет грех не заехать там. Смотрите, как у самурая подвесочка работает. Красиво все. Да, кто-то строил, вкладывал деньги в машину нормальные. Вроде как, по слухам, где-то и не в Украине даже строили. Ну, кто-то здесь купил, пользовался, участвовал. И потом Леня ее выхватил по очень хорошей цене. Очень ей доволен. Так быстро валят, тяжелее, сопротивление большое, конечно, вязко так очень. Паша там дубасит красиво, не хватает мне света. Так красиво, конечно, как идем сейчас. Поменял я передачу, чтобы чуть можно было резвее ехать. Компактный объехал бревно, а я перепрыгнул. А вот еще бревно, ё-моё. В последний момент я его увидел. Шикарно у вас идет на этих колесах, конечно. Спускаться не надо, хватает спокойно проходимости.
ходом пикап подсел. Да, заднюю включил. Ну, хоть какой-то экшен. Видите, вперед-назад пробует сейчас. Да, назад выскакивает. Мы сейчас волной его подтолкнем. Где он тут сидел? Я тут проеду. Ну, тут покрышки лежат, мусор. Вот такой жестячок, когда дожди идут. Шикарное место. Что там с Леней? Отъезжаем. Сейчас он даст назад, заглох просто. Возникли небольшие трудности. Тут действительно сложно. Шикарные кадры. Ради таких минут стоило прокатиться тут. Просто ради одного этого снимка сделал пару фотографий. Думаю, получились хорошо. Очень красивые. Так захаживают природу, выбрасывают строительный мусор тут. Думаю, в ближайшее время сделаем залупазлик и сможем нормально катнуть. Уже будет, хотя такая зима, как была в прошлом году, так может всю зиму такая танковая быть. Посмотрим. Хочется прокатиться и здесь, и в Нескучно съездим. С клиренсом залупазла. Ну что там у вас? Что-то шипит, или мне показалось, мог на что-то наехать. Леня говорит, очень сложно. Показалось, как шипит шина, но не знаю, может показалось, а может и нет, все-таки тут валяется строительный мусор,
Можно наехать на что угодно, на кусок. Арматура не должна быть, хотя может и валяться. У меня, говорит, очень сложно, включил блокировку. Вот это место здесь мы подъезжаем, где Паша с утра заглох. Стрельбище. Так в натяжечку идут все. Подготовка машин хорошая, даже с утра практически все. Вон у Лени там на кардан намотала какая-то жесть откуда-то. Вроде такой травы тут особо и нету, но где-то нашел. Все машины неплохо готовы. К сожалению, все в темноте. Плохая видимость. Ну что, первый кусок. Леня чуть оторвался, сейчас попробую догнать его. Ну я на третьей, можно добавить. Пойдет по самой жести, наверное. Да. Леня не шутит, не объезжает, просто дубасит. Там, где сидел патрол с утра, что поедет туда. Я сзади. Посмотрите, что делает. Закопался. Я его и толкнуть не смогу. Присел немножко. Присел. Попробую колесом сейчас толкнуть. Рации нет, к сожалению. Сейчас так ему скажу.
Леня, я колесом тебя попробую толкнуть своим, давай. Попробую толкнуть тебя колесом в раму. Вот колесо наше. Я выезжаю на него. Толкнуть не получается. Подожди, не выходит. Присел прилично. Я на тебя выезжаю наверх, закапывает обратно. Просто жестяк полный. Приехал Паша. Свет сейчас будет хороший. Ты бы выехал, если б я тебя толкал, а ты не копал. Ты копаешь и закапываешь. Ну, конечно, в натяжку надо было просто пустить тихонечко. А я тебя толкаю, а ты зарываешь себя обратно. Я проехал. Чуть надо было чуть живее ехать просто. Блин, и бампера нет, я бы тебя бампером толкнул. Понимаешь, колесо получается, я заезжаю на тебя колесом. Чуть-чуть толчок идет, ну немножко, ну. Надо прицепить меня немножко. Цепляй. Фото тебе сделал. Фото сделал. Давай еще можем раз. Юля. Есть. Так, Леня пробует акробатические этюды проводить на самурае. Сейчас мы подъедем к нему ближе. Как обычно, веселые моменты нас не оставляют. Что там у тебя? Сейчас я развернусь, может? А? Постоять-то? Да, я как раз на твое колесо встану. Давай. Стою. Надоело это дырчание. Юля! Да. Так, Леня прицепил динамику. Да я знаю, куда руль. Попробуем выдернуть. Это звуки у нас. То ли что-то болтается, то ли что-то отломалось. Не знаю, что-то подустало. Леню выняли, в принципе, для моей машины, на несложно. Леня, ДТП! Вызывай мусоров! Или ты с перепугу, блин? А, я думал, ты пищишь, а это Паша пищал. Дезинформатор, ты чё? Будешь свидетелем? Пробную попытку проехать в сложном месте, но это его любимое место. Там фуранер тонул, там вранглер убили мотор на сером Рубиконе Санином. В общем,
место четкое. Так, мы на этот раз по лайту. А не совсем по лайту, я вам скажу. Смотрите, не по лайту более-менее. Ну, сейчас Паше мигаем, чтоб ехал. А он хочет меня снимать. Давайте мы по самому жестяку, конечно. Он нам подсветит, зато хорошо видно все будет. Вот тут глубоко, такое хорошее местечко. Тебе неплохо, едем. Финиш уже близко. Ну вот и Леня. Широко, классно. Очень яркий свет у Паши. Блин, Леня неожиданно остановился. Я в него чуть не въехал. Произошло непонятно, то ли что-то забилось. Такое ощущение, как топливо не поступает. И солярка не должна была закончиться. Не так много мы проехали, ну, хотя все могло быть, нельзя понять точно, но по ощущениям, как закончилось. И такой финиш у нас танковый, вон там осталось метров 200 мне доехать. Пока на парах еду как-то. Еду. В общем, подписывайтесь. Всем пока. Тоже полная темень. Наши там финишировали. Еду в полной темноте. Вон там виднеется уже асфальт из фонари. На парах потихоньку заводится и едет. Честно говоря, не должна была закончиться. Была солярка, странно. Паша тянет меня к заправке. Все нормально. Все по классическому сценарию, как обычно. Раздатку выключить не получилось. Работает, но вообще солярка, ну, похожа очень на солярку, хотя она от этих веток где-то что-то может оторвала. Было такое, что шланг перегибало, загибало, и топливо не поступало, и долго мы там не могли найти причину. Потом уже нашли, но там все поменено, магистраль вся, могло что-то попасть, где-то перегнуть, загнуть, ну не знаю сейчас. Или в нем солярки, и будет все понятно.
по выхлопной, как-то у меня дым идет, пыхтит с выхлопной. То есть как-то работает. Возможно, и не солярка. Ну, сейчас дольем, а может, на парах последних, на холостых. Залили 5,71 литра, да? Все работает. Починили нормально, начинаешь вот это. Машина проверенная. Да, солярка все-таки. Бородач, это... Ну, я не рассчитывал, что будут так застревать люди. Я думал, что мы проедем по лайту и туда-назад. Не, ну что-то большой что-то расход сегодня, не знаю почему. Ну, в общем, друзья, все нормально, долили. Все-таки солярка. Неужели так вроде немного ездили? Ну, Саню я отвозил. Что-то как-то видно по-разному. Расход у нас непонятный. То ли дубасили больше, ну там вынимали, пока костью доставали. Ну, по-разному. По ощущениям вроде немного, а так оказалось много. Все нормально, колеса качнули. Машинка едет, вибрации нет. Все хорошо, теперь точно оффроуд завершен. Спасибо Пашеньке. А то тут карту не берут, а у меня наличку мы с утра всю потратили. Что-то не рассчитали, надо чуть больше наливать. Хотя там еще что-то было, ну, в общем-то, мелочи все. Всем спасибо, подписывайтесь, делитесь. Теперь точно всем пока, колокольчик не забудьте включить. До встречи. Бородача ждет меня, красавчик вообще. Думает, блин, сейчас не поедет и будет переться, придется дальше откуда-то. Нет, все нормально. Машина надежная. Просто удивительно, что она закончилась. Ну, такое. Подушки у него неравномерно накачаны. Кто не знает, стоит пневмоподвеска грузовика. Подушки пневмо стоят. Конечно, очень жестко на них, так как масса машины значительно меньше, чем у грузовой. В разы бы я сказал, поэтому и подушки очень жестко. Рабочая схема, зато хода подвески большие. Машина легендарная, чтоб кто не говорил. Так, мне показывает, чтобы я обгонял, наверное. Шо там? Остановился, может, стекла протереть.